Ух ты. Ну вот. Паша, где помощница, чтобы пугаться? Ну, пока ничего пугающего нету. Есть такой саспенс небольшой. Ну, так, чтобы прям я был напуган, такого нет. Слушайте, а шутки про то, что Паша и Шелдон Купер уже были? Да, отмечали и Шелдон Купер, и Павел Дуров, еще с кем-то. Кто-то сегодня утром на Игромании утром писал, что я на Доктора Стрэнджа похож. Бзинга! В общем, вам всем. О, я оставил себе виски, шикарно. Оставлю его здесь. Фото с Джулией, кружка. Старая бумага, почему-то с вопросом. Карта двух орков? Что? Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've unknowingly been assigned to work in two orcs, and the lake to the east is made of acid. That sounds erroneous. Looks like the ah, да, Дэвид Блейн еще, да. Into fantasy. Бросим. Так, у меня теперь есть связка фейерверков. Короче, натащил в свою коморку все, что можно прям. Обнаружитель огня нельзя. Вода. Средство для мойки стекол. Зачем? Что? Ну, видимо, где-нибудь однажды мне это пригодится. Кнопка. Ладно, пойдемте ремонтировать электропроводку. Почему я все время просыпаюсь на закате? Что? Или это рассвет? Это рассвет у них такой? Да, видимо, рассвет. Ладно, погнали. Огнесмотр, серьезно? Да, серьезно! Вы же прочитали эти буквы. А можно игру чуть громче? Плохо слышно переговор. Я вроде сделал. Ну, могу еще немножко, но боюсь, что тогда меня перекрывать будет. Ну, ладно. Все-таки игра важнее, чем я. Кто такой я? А, кто такой этот мужчина и эта женщина? Я не знаю, кто эта женщина в рации, но явно. Бетонный блок остался ровно на том месте, где я его оставил. Так, сверимся с картой. Линию связи к северу от ущелья. Я так понимаю, вот тут вот. Линия связи. Она же сказала дойти до... спуститься вниз. И... видимо, да. Надеюсь, я пойду правильно. Ну и ладно. Если солнце на востоке, то рассвет. Давайте сверимся. Так, у нас север, север там. Да, это рассвет. Мы тем временем отправимся на север, нам надо. Да? Это мне получается вот туда. Да. Правильно, я из туалета первый раз пришел. Где ты поднимался в гору? Да-да-да-да-да, именно. Я вышел из... А, ну да, это та самая Форест Гамп. Медвежий клык, вышка Форест, отлично.
На R бегать можно. Да, мне уже объяснили, я вот начал... Так, я оставлял эту доску в другом месте. Ну ладно, я уже подозреваю, что тут происходит какая-то нечистая фигня. Ух ты, какой! Ух ты, паркур прям, Mirror's Edge, давай! Паркур! Шикарно. Пошли дальше. Так, холодный туман. Сообщить о тумане. Сообщаем. Здесь довольно холодно. Ну поговорят Джулия. Ух ты! I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. That would be my wife, Julia. Everything's fine, just, you know, taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Yeah. All right, well, we can just leave it at that. Thanks. Паша, ты все испортил, она к тебе клеится, а ты все испортил. Чуваки, у меня кольцо на пальце, извините, но я отыгрываю этого персонажа по, ну как-то, ну не знаю, по совести, что ли. И я, конечно, не знаю, чем он мотивировался, когда он уезжал, но он все равно еще женат. Так что даже если она пытается ко мне клеиться, сорян, занято. Павел, будет ли стрим по XCOM 2? Как, думаю, когда Арик вернется, потому что я не силен в этой игре, и поэтому вам будет не очень интересно смотреть, как я в нее буду играть. Что это было? Что-то... Я видел какую-то надпись. Нет? Пропало. Симулятор клея героя. Паша и совесть. Ну, я не знаю, ну, мне хочется в данном прохождении поступать именно так. Дыра в кустарнике. Расчистить дыру в кустарнике. Так Ваня хотел XCOM постримить. Мы говорили с Ваней об этом, но проблема в том, что XCOM требует, ну, много времени. Его, к сожалению, очень сложно постримить за 2 часа, да, то есть за 2 часа у вас там порой всего одна битва проходит. Ну, окей, может быть, за 2 часа 2 битвы проходит, но это очень мало, да, то есть нужно так основательно стрим устроить на XCOM опять, то есть его мало, его стримить нельзя, и, ну, его должны стримить люди, которые в этом прям сильно заморочены. Так что, может быть, на следующей неделе Арик с Ваней как раз зарубится, может быть, даже в мультиплеер, потому что и у Арика, и у Вани есть, ну, свои игры, и у того, и у другого, то есть мы не на одном аккаунте, если что, играем, вот. Так что, может быть, будет на следующей неделе все по XCOM прям за месяц хороший. Расчистить кустарник. Животные в игре хоть водятся в лесу, но вначале я видел оленя. И, может быть, это было зеркало. Как, на твой взгляд, игра стоит проходить? Ну, я вот пока прохожу, я понимаю, что какая-то тут штука такая, ну, пока не очень понятно. Пока я просто хожу по лесу и
Вот по каким-то местам таким. А, я должен... Так, осмотреть. Нет? Столб. Я вижу провод. Так, мне надо проследовать по проводу и убедиться, что все чисто. Сектор клир на барабане. Так, ребята, что началось-то? Что за ссылки начались? Ребята на легенде тратят по 5-6 раз, ну нафиг какие стримы. Стоит проходить игру, она тянет. Да, она прикольная. Какая продолжительность у игры? Мне кажется, у нее еще есть и реиграбельность, потому что можно по-разному поступать. Вышка Торфер, Медвежий Клык. Так, там какой-то был еще один туалет, я хочу... Столб, столб? Нет, тут все столбы чистые. Старый туалет. Старый дом. Проклятый старый дом. Окей. Вон ты прошел провод. Да не, нет, я просто... Вот провод-то вот он, вот. Я просто хотел посмотреть, что в этом туалете. Было интересно. Я же не могу пройти мимо туалета, ну. Паша, ты сам женат? Уп! Нет. Бесконечный сезон пожаров. Бесконечное лето. Так, продираемся куда-то. Вон, я даже отсюда уже вижу, что там вот... Ну, я почему-то не могу. Но я же вижу, как... Вот столб, вот он. Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. Так, ну вон я вижу провод. Но все равно не могу об этом сообщить. Отлично. Отлично. На каком движке игра? Не знаю. О, еще... Я нашел еще бутылки. Отлично. Точнее, банки. What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. Чёртовы дети. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Возьмём. Ну, мне, видимо, надо лезть на гору, да. Прыжок с высоты. У-ху! О! Well, Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Так, окей. Еще банка. Банки, застрявшие в камнях. Я не могу их, к сожалению, достать оттуда. Ловите спойлер, в конце ничего не произойдет. Да, игра закончится. На одном из дней игра просто закончится. Он уедет домой, и все будет хорошо. Так, я почти добрался. Там туда мне явно надо будет потом возвращаться, поэтому я пока сначала зайду сюда.
Да что такое? Как? А, изучить провода. Окей. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? Пошли из Днепро. Только я, получается, его руку А Захар на Overwatch будет? Ну, я надеюсь, зайдет. Меня немножко утомляют разговоры. Ну, то есть это можно было решить быстрее. Они очень долго общаются уже ни о чем. Вот, вот уже перешли к делу. Окей. Мне показалось, телефон звонит. Так, и трусишки. А, я не могу. А, теперь я не могу их посмотреть. Шикарно. Go to hell. Отлично. И опять ходим по лесу и собираем банки. Идеально просто. Нет. Даже... Эх, баночки, баночки. Собираем баночки. Это игра про разговоры, блин. Ну, понятно, но диалоги можно было... Некоторые диалоги можно было, ну, несколько сократить. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что это... тут проход какой-то. Это куда проход? Так, надо понять, это проход. Не знаю, что за проход, в общем. Ну, мне, по-моему, не сюда. Но я бы сюда сходил все равно. Заблокированная тропа. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. А, я пока... А, ну понятно, я не могу сюда идти, потому что пока здесь... Я не нашел инструмента. Окей. У этой игры есть сюжет, да? И он сейчас активно развивается. Прыжок с высоты. Прыжок веры. О чем игра? О рации? О разговоре мужчины с женщиной по рации. Так, я забыл, что мне надо делать. Записка от Дэйва. Дрожащая записка от Дэйва, окей. Так. Вышка две тропы, вышка Торфер. Может, к ней в гости сходить? Пойду к ней в гости. Еще один суплай.
ящик с припасами. Отлично. Просто отлично. Лучшие припасы. 10 припасов из 10. Что там, посмотреть куда-нибудь можно? Нет. Карту открой там на такую. Что? Что? Что на карте? Найти подростков. А, ну понятно, и там я не смогу пройти. Окей. Ох, путешествие по лесу. Это вам не Fallout. Да, меточек нету. Так, ну, я так понял, мне надо искать их на озере опять. Обрыв какой. Вау, чуть не упал. Так, ух ты. Застрявший рюкзак. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Давай. Смахнуть. По голове. Кто? Брайан Гудвин. Оу, я сфоткал себя, отлично. Well, I am flush with ropes now. Отлично. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned, and one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Да, действительно. Отличный способ использовать фотоаппарат. Когда найду девчушек, которые купаются. Какая у веревки физика шикарная. Так, а спрыгнуть, нет? А, нет, опять. Опять крепить. К Далайле можно зайти в гости? Я так, как, судя по карте, там мост, который, естественно, нельзя перейти. Что-нибудь типа того. Ну, как обычно это бывает. Я не стал туда идти. Так. Сундучочек. Копировать карту. Взять записку. Читать записку. Не
очень понятно, ну ладно. Сообщить. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Ну, оставить себе. Отколотый камень. Коготь. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Отколотый камень. Бросить. Бросить. Взять. Нет, это мне тоже не нужно. И в камне тоже ничего особенного. Все выбрасываем обратно. Закроем. Так, куда нам дальше? Озеро Джонси. Сверимся с картой. Видимо, мне туда. На чем играешь? На ПК. Just so you know, I didn't mean to overstep my bounds earlier, when you brought up your wife. I know okay. You were just making conversation. I appreciate it. So, tell me about her, if you want. She's actually very sick. I shouldn't be here. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Так. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Так, новое задание. Что это было? Тонкий столб дыма. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Я не могу использовать ответ вместе с картой. Почему? Я опять не успел ей ответить. Ну и... Так, я так понимаю, мне... где он? Вот там вот. Да, я подозреваю, что я правильно иду. Тут прохода, скорее всего, нету. Внезапно заиграла музыка. Это симулятор пожарника или тут охренительный сюжет?
Нет, это точно симулятор пожарника. Я пока потушил всего один маленький костерчик. Я больше собрал банок пивных пустых, чем пожарил, потушил костров. Вот. Но сюжет здесь какой-то есть, и он пока довольно запутанненький. Паша нашел секретную концовку. Какую? Расскажите мне о ней, я тоже хочу узнать. Пацаны, Overwatch уже можно поиграть простым смертным? Нет. Так, переход в ущелье. Сообщить о масте... Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Oh, you're a regular evil Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Нет, не по-пионерски, просто затопал ногой несколько раз. Знаете, как будто я танцую под песню Верки Сердючки. Так, хоп-хоп-хоп, чина-хоп. Я, по-моему, не туда пришел, да? По-моему, не туда. Да и пофиг. Как будто меня это волнует. Я пришел, по-моему... Или туда. Кто-то тут спрашивал рельсы, точнее писал... О, что-то я нашел. Черепаха. Сообщите о черепахе. Actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody'll mind. Now what do I call it? Looks like a Oh, this ought to be good. Mayhem Jr. That is peculiar. It has sentimental value. Возьмем. Приютить. Что-то... У нее, по-моему, дабстеп там внутри. Ну, возьмем ее с собой. Больше тут ничего нету. Нет, я, по-моему, не иду куда-то в другое. Это похоже на... Так, через заблокированную тропу я не могу пройти. У меня нету тесачка. А, ну я могу все равно пройти там. Собираешь банки, меняешь на АК и... Да. Озеро Джонси, да. Мне на озеро Джонси. Да, действительно, я, походу, тут уже был. Ящик. Зато я не брал записку. Привет, старик, парень не выдержал, так что я запер его вышку и убрал часть его вещей в ящик. Нашел один из батончиков, который тебе нравится. Я направлю в парк, но давай нажремся, когда я вернусь. Окей. Нажремся. Так. Ох уж этот лес. Так, костер у нас вот там. Я не туда пошел. Мне на... Явно на... В лес. На. О, моя шишка валяется. Шикарно. Так, где я его видел? Вон он, вот там. Не туда я пошел так. Ту карту он уже чекал. Да, я уже тут был, я тут... А, вот. Вот, кстати, диагноз, о котором спрашивали. У нее Альцгеймер. But we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. And even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over.
That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Так, я могу. I'm back at the shale slide. You know, the one that nearly killed me yesterday. You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Моя шишка валяется. Там была шишка, я ее поднял. Что, не видели, что ли? Я ее туда принес. Качество графики паршивое. Нормально оно рисованное, такая под мультики. Вполне. Так, продолжаем путешествие. Так, она сказала, мне надо к ручью. К ручью. А, ну я могу, видимо, и так, и сяк обойти. А, вот. А, все понятно. Да. Мне явно надо вот туда. Теперь все понятно. Вот теперь мне все понятно. Это TF2, одиночная кампания, играешь за инженера. Почти, только он все время падает с веревок и собирает банки. Pills here. Павел, ты будешь стримить Hearthstone? Нет. Графика напоминает Godus. Она много чего напоминает. Но стилистика очень подходит к этой игре, так что я не могу к ней придраться. Она очень приятно выглядит. Я бы, по-моему, каждый сантиметр этой игры бы на обои на рабочий стол использовал бы. Приятно, приятно, необычно. Так, ничего тут нет. Вот, есть. Есть ящик с припасами, в котором будет очередная записка и еще какой-нибудь свитер и даже не знаю, что там, может быть, шишка очередная. Так. 1, 2, 3. 4. Открываем. И... Так, копируем карту. Листовка о пропавшем без вести. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. Just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and... You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! So... Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. So, did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Окей, наконец-то они договорили. И я могу прочитать. Мич Майклс, обильная растительность на лице.
Окей, заберем с собой. А куда я дел? А, нет, 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 заберем с собой. И появилась какая-то фотография, ящик, что тут? Шишки. Ну, кстати, тут тоже шишки есть. Возьмем с собой шишку. Здесь довольно пышно. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Отлично. Пошли туда, где мы видели этот дымчик. Музыка заиграл. Где дым-то? Я теперь не вижу дым. Там птички летают. Я хочу вот к птичкам пойти. So, how'd you meet? Met in a bar. The birthplace of modern romance. I stumbled Птички over улетели. And told her she was pretty, and that was... Всегда держи шишку при себе. Так и делаю. Шишка в левой руке рация, в правой руке шишка. Водопад. Сообщить. Сейчас там девочки эти сидят где-то, а я к ним со своей шишкой. Оп, шишка. Шишка, подскажи мне, что делать. О, у нее ногти как-то потрескавшиеся. Костер подростков. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Я подбросил шишку в костер, отлично. Затушить. Теперь у тебя две шишки. Окей. Это мое белье. Ах, вы ворюги. Подростковая зона. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Опасные самцы. What on earth are you? It's another one of those magazines. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Ну-ка, вловим всем в палатку. Кажется, у них проблемы. No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Так, сейчас сначала порванная одежда. Мишка порезвился. Да, кстати, может быть. Так, записка. А что еще? Палатка подростков. Так, отлично. Что же за записка-то у нас тут?
Я надеюсь, что ты доволен. Мы уходим и обратимся в полицию или куда-нибудь еще и скажем, как ты напугал нас на озере, а потом пришел и разрушил наш лагерь и испортил все наши вещи. А воровать трусы просто отвратительно. Ты наверняка сраный маньяк-убийца и точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, все фейерверки того стоили. Хрен. Видимо, в конце... Да, Дик. Понятно. Почитаем записку. Me, I guess, a note. Well, what's it say? They called the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Да, конечно. I didn't do anything to them. It looks like someone had it out for them. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. It's weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. Приход от грибов. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Все? А? Так быстро? На этом день закончился. Я даже не вернулся никуда. Да. Оу. Я заколачиваю разбитое стекло. Отлично. Найти внизу доски для ремонта окна. Интересное задание. Найти доски. Hey, Henry. Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Я не знаю, что. Пусть будет Том Круз. Том Круз is good looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5 foot nothing. Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, a good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? У меня сломано, да? Окей. Я хочу взять доски, женщина. Я хочу заколотить окно и взять доски. Точнее, взять доски. А, вот. Вот доска. Еще пару досок. Мне вирт по рации это что-то новое. Да ничего нового. Все по-старому. Что? Пятница стрим сталкера? Как же мы никогда не будем стримить сталкера? Никто из нас и не стримит сталкера. Проснется пахан лютый и постримит сталкера. Ну ты будешь по досочке, что ли, заколачивать? Ты можешь сразу все заколотить? Почему так сложно? Окей. Прям готовлюсь к зомби-апокалипсису. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you.
Типа мне дают погулять самому, самому к себе. Нет, я не хочу. Давай. Я готов. Okay. I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. Забивает без гвоздей. Нет, там были гвозди. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Отлично, день прошел зря. Я ем бутерброд на краю. Отлично просто. Not too bad. You get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Нет, стоит сказать. Давай по чеснику. I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Все? Отлично. Несколько дней я потратил просто на разговоры. Так, что происходит? Постер Флоры. Календарь. Термос? Не подсказывай мне, что делать. Бросить. Так, ладно, послушаем. What the fuck? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. That's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Mm-hmm. Sure. Что это было? Это у него глюки такие или что? You're out hiking in 90 degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Так, да, что-то происходит, какая-то странная фигня. So, like, 2 weeks ago you
night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation, and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. I am. Good. I'm glad. Look. So, a couple of months before I took this job, I... Сейчас она опять будет рассказывать какие-то истории. Читать слабо? Я думаю, вы слышите, зачем мне... В данном случае я не вижу смысла пересказывать, что они говорят, потому что есть голос и титры. Симулятор прохладных историй. Сэндвич с грибами обожрался. Скоро сойдет с ума, сам с собой по рации разговаривает. Да тут какая-то другая, походу, замутка. Возможно, не сам с собой. Паша, ты будешь проходить всю игру на стриме? Скорее всего, нет. У нас сегодня в 6 Overwatch. После Firewatch у нас будет Overwatch. Вот, и скорее всего минут через 20 я уже закончу с Firewatch'ем. Вот. А в чем смысл игры? Ну тут есть сюжетец, надо вникать. Еда для другой вышки. Еда для вышки 2, еда для другой вышки. Давай возьмем для нашей вышки. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Все, в этой миссии надо было послушать рассказ про бурильщиков и забрать свою еду. Отлично. Все, короче и короче. Так, пожарище. Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? I didn't know you liked that stupid joke. Well, I did. It was my second day. I didn't feel as, effusive? Yeah, sure. Effusive. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Пожар Кринделя. Окей. Что же ей нравится там делать? Что? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Женщина, тут пожар у тебя вообще-то. Ты рассуждаешь о том, что бутылку надо в воду класть. Да. Yeah.
too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. Клеит, короче, клеит. Клеит пацана. Вышка клеит пацана. Ну, камон, что началось? Нет, я не хотел бы, извини. Да, окей, все. Нет, не могли бы, я женат. Что мы могли бы? Не рассказали. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem there they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Sure, no problem. Remember me fondly. You're such a drama queen. Yeah, well, I've seen what they can do to a tree, and trees aren't even food. Thank you, Henry. Yeah. В общем, мы идем охотиться на медведя с помощью удочки. Да. Так, нам кто-то оставил записочку. Someone left their clipboard out here. Я сначала хочу порыбачить. Эй, куда? Нет! Бо. Нельзя. Понятно. What? It's... Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Кто за нами подглядывает? Wait, hold on, something's out here. Henry, I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also... Так, я не очень понимаю, откуда. Он со стороны ручья. А, вон что-то валяется. И, о, еще одна рация. Воу! 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 What happened, Henry? I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone. Along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off.
I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay. Okay, I'm sorry. I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with the walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. What the hell do you think is going on at this place? Apparently a lot of following you around taking notes, which is unfucking believable, Henry. You're telling me. Alright, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. Фух, забор. Whoa, Delilah, there's a big chain link fence between me and the meadow. I don't think I can get past it. A fence? Yeah. How big? Big. It goes off in both directions. Acres. But what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. Well, see what you can do to get past it. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Сценарий явно не самая сильная сторона игры. Паша, сделай их разговор погромче, а то читать субтитры не очень удобно. Да я вроде бы достаточно громко сделал игру. Могу прям супер громко сделать, вот как-то так. Так, ладно, пошли дальше. Калитка. Толкнуть. Открывай! Открывай! Давай! Ладно, хватит. Сообщить о калитке. Нет, я не могу попасть. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in 2 shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Найти место контролируемого выгорания. Ух ты. А я могу. Нет, не могу. Открывай! Открывай! Да. Попробую еще раз. Возможно, просто не очень сильно ударил. Давай, давай. Нет. Открывай. Ладно. Supply drop. Scout camp. К югу от реки. О, нет, это мне вот сюда, что ли, надо идти? Или вот сюда? Ноу. К югу от реки Руб. Да, это вот, видимо, вот сюда мне надо добраться теперь.
Ууу, это черт знает где, в другом конце. А нету быстрого перемещения, там что-нибудь такое? Нет? Очень обидно. Мне теперь надо что? Ты зацепился за камень. Тут решения влияют на что-то, но я так понимаю, что да. Подкоп мути. За спойлеры и подсказки бан. Ну, вообще да. Ну, как бы я не хотел бы никого банить, поэтому просто мне они не нужны, я не хочу им пользоваться. Мне интересно заморочиться и пройти. Даже если не пройти, то узнать все самому, поэтому. Иди в скаут-камп. Ну, понятно, да, я так и понял. Поврежденные... Ух ты. Срубить? А, мне пока нечем рубить. А, я не могу туда перебраться, потому что мне нечем рубить. Отлично. В конце лес горит, приятной игры. Мне посрать, чувак, абсолютно посрать. Это лес, и если он будет в конце гореть... Это вполне ожидаемо. И вот если в конце лес не сгорит, а это все окажется проекцией матрицы, вот это будет довольно интересный поворот. А если он сгорит, ну, знаешь, в игре, которая называется Firewatch, вполне ожидаемо, что в конце лес, скорее всего, сгорит. Слишком простой сюжет. А умереть тут можно, свалиться. Firewatch идеальная игра для стримов, интересно следить. Нет, свалиться, насколько я так понимаю, нельзя. Он все делает сам, то есть вы за край не зайдете. Только если вот вас по голове ударят случайно. Где та самая черепаха, о которой мне говорили, но я ее так и не нашел. Ладно, к черту. Да, игра про пожар, и тут пожар. Кто бы... Как? И главный герой должен следить за пожарами. Пожар? Да откуда? Да не может быть, чтобы в этой игре был пожар. Как удивительно. Да, в конце торт окажется ложью, а компаньона нельзя оставлять ни в коем случае. В конце конец игры. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Так, тут нет. В конце он сядет... На самом деле главный герой медведь, и в конце, да, он сядет в машину и сгорит. Так, как мне туда попасть? Где есть проход? Видимо, да, нам надо вернуться. Подняться. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, well, you just said keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Ailing me, following me around, like working with other people? Henry, you are way too much of a dope to be in the mob. Someone is clearly able to hear us sometimes and was hiding near the lake. Come on. Just admit it, you're a little worried. Of course, I'm worried, but let's just try to keep things calm, okay? Keep things on an even keel. I know we don't know what's going on yet. Кто там говорил про сюжет, что он не очень... А, не перебивайте меня. It's not like you can just call the police.
I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Магическое кольцо. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. А, колесо. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over at the Bighorns? Well, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to Two Forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Через пару часов появится зомби. Нет, не появится. Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Так, открою я ящик с боеприпасами. Не боеприпасами, а обычными припасами. О, эй, стоп. Чувак, у тебя кольцо пропало, что ли, с пальца? Покажи руки свои. Покажи мне руки. Блин, так непонятно. У него кольцо с пальца пропало. Он снял... снял кольцо. Да. Паш, будешь проходить эту игру на стримах? Ну да, я думаю, что надо ее все-таки будет допройти. Сейчас, потому что уже... через полчаса уже начинается Overwatch, и поэтому пора, к сожалению, завязывать с Firewatch. Но... Три слепые крысы. Но мне интересно закончить все это. Консервы. Ящик с припасами. Записки нету. Вот. Ну, на самом деле стало интересно, чем все это закончится. Вот. Так что... Что? О, там Паша серьезен. Да, слушай, Артемий, тут прям такая штука происходит, что... Ну, интересно, интересно. Ну, не знаю. То есть завязочка такая прям, как в фильмах а-ля 14.08, ну, там, правда, пострашнее. Ну, то есть что-то происходит, и ты пытаешься найти этому объяснение. И хочется узнать, что там в конце. Конечно, тут уже спойлеры всякие летают, но мне интереснее пройти все целиком, потому что плюс есть какие-то варианты ответов, возможно, они на что-то влияют, возможно, и нет. Я так понимаю, тут можно быть и злым, и хорошим, вот. Поэтому Overwatch без меня стримить вздумал. Ну что ж поделаешь, что ж поделаешь. Можешь присоединиться ко мне по онлайну, точнее, к Арику. Или у вас один аккаунт на всех, я не знаю. Так, пароли точно школьники делали. Нет, она в самом начале сказала, что ко всем замкам, к этим ящикам пароль 1234. Ну так проще было. Может, с Захаром дальше постримите вместо Overwatch? Ну, Захар, видите, нету Захара рядом, так что никак. Что там с Outlast? Он был вчера. Забей на всех, пройди. Пройду, но уже не сегодня. Может быть, на следующей неделе продолжу. Посмотрим, как у нас с расписанием будет. Оцените игру, плиз. Ну, мне пока очень интересно, что там будет дальше. Вот.
Что за фильм 1488? Нет, там 1408. А ленивым можно быть, да? В основном наш персонаж только делает, что ходит и собирает банки. Не стримьте Overwatch, да пройди. Нет, не хочу. Сегодня не хочу уже. Надо отдохнуть. Заинвайтишь потом. Один только за шишку. Интересная игра, играйте в нее. Почему отказались от стрима CSGO? Потому что, ну, CSGO стримить довольно просто. Я хотел найти какую-нибудь игру, которая будет интересна всем, а не только потому, что мне в нее просто играть. И к нам как раз подкинули замечательный доступ в замечательную игру, замечательный хом, замечательную революцию. На самом деле, может быть, нет, но мы об этом узнаем завтра. Вот. В общем, пока я с вами прощаюсь, тот, кто не будет продолжать смотреть на Overwatch, спасибо, что смотрели, следили за историей. Я постараюсь обязательно ее продолжить, так что возвращайтесь, наверное, на следующей неделе. Может быть, завтра у меня будет немножко времени, и я немножко ее постримлю. Вот. Посмотрим. Вот. Но в любом случае, спасибо, что смотрели. Через полчаса я возвращаюсь вместе с Overwatch. Не Firewatch, а Overwatch. Вот. Всем счастливо. Пока. До встречи тем, кто придет на Overwatch.